ничего подобного не происходило. Да, и в очередной раз 20-0. Ну, слишком легко было Федеру для того, чтобы просчитывать. И в атаке Николай. Неужели достанет? Ну, а, это, едва да, не удалось, это... чудо. Но тем не менее. Все-таки аут. Такой долгий рот. И попадает в аут. Ударом справа. Это уже третья ошибка. Вообще можно об этом говорить. Да, поучительно. Поучительно для... Тем, что играть надо. Да, слишком такое ровное течение игры. Немного убаюкало Роджера. И выигрывает подачу Николая Давыденко. Только, да, все та же. Ну, как сказать, тех самых поклонников греческих болельщиков нет сегодня наверняка. Как нет их... Отлично, отлично играл Давыденко. Был да. момент, когда... Удача, вот так удача. Вот. Уверенно чувствует себя при игре с льда Роджер Федерер. В том смысле, что пытается он сыграть. Ну, трудно сказать, излишний эффект. И попадает Браво, в линию. Николай Давыденко, какой хороший удар. Нашел противоядие. Россиянин к этому удару. Срывается удар справа. То есть какие-то специальные удары были у нее на тот случай, если вдруг... На все случаи, на все непредвиденные случаи. Настолько тщательно теннисисты готовятся к своим матчам. Счет становится 0-3. Отличная атака слева. Попадает в линию с подачи Николай Давыденко. Играет, удачно играет противоходом. Да.
Ну, конечно, линию надо было играть. Тем более, что после... Да, перехитрил в этой ситуации Роджер своего соперника. И выигрывает он без особых, позволяет Николаю рисковать, хотя во встрече с Роджером Федерером, наверное, нельзя. А вот и интрига, да. Да, молодец Николай Давыденко. Не первый раз уже такой. Как тонко, элегантно. Да. Удачный прием в ноги. Будем мы надеяться, что традиции предыдущей встречи не повторятся. Хотя и удалось там Томми Хаасу выиграть два сета, как вы уже сказали. Подача на вылет. Еще при ударе слева. Да, у Федерера, конечно, нет слабых ударов. Высоту, ширину. Да, пожалуй, все, что угодно делает с мячом этот волшебник тенниса. Да, вот тот самый случай, когда очень хорошо выглядел в этом розыгрыше Николай. Да, очень хорошая вторая подача. Еще раз вперед. Даже не стал возвращаться. Николай понимал, что... И снова промахивается. Не успевает. Не отказал себе в удовольствии Федерер сейчас подвигать Николая Давыденко. Подача на выезд. Причем далеко не... Не нарочно, но все-таки отдают гейм за геймом теннисисты друг другу. Вот таким вот образом. Первая подача, которая не попала. Да, для невысокого, в общем-то, Николая это очень неплохо. Вот сейчас заставляет он ошибиться на приеме. Да, на очень смелое решение Федерера. Да, не удалось разложить игру. В атаке Давыденко. Да, уверенно выполненный смеш. Хорошая подача. Еще хорошая атака. Будет ли продолжение? Посмотрите, что делает Роджер сейчас. Доволен Роджер Федерер. Удается первая подача. Чистая атака. 15. Еще одна девятка.
Если не это признак класса, то что ж тогда? Два раза в девятку спадает? В играх Федерера это, конечно, не редкость. И сам он действует. Вот, пожалуйста. Вот так вот частенько. Очень красиво, очень эффектно. И произнес он какую-то гневную тираду. Еще одна атака Давыденко. Уверенно заканчивает. На этот раз бежит.